надо слот нахуй, давайте. Ну я могу бидон я сейчас купить. Еще на локе раз гляну, там вот писали, что типа каким-то образом... Не в обиду, но мне кажется, ДЦшка у нас маленький. Один. ДЦшка маленький. Потом чё? Синтек в хила нахуй. Ну сейчас это, наверное, сложных боссов. Потом чё? Плюсуйте, кто там, где? Как он мне, скажи, блядь. Бидоны все вот эти, плюсуйте, я не вижу. Бля, они там сидят. Кто еще там? Так, Султана, Бидона сюда в рейд. В зал ко мне заниматься. Сюда. Так. Аджумания. Аджумани. 20 аджумани. Кто уступит с магов? Покемонич, ты говоришь, да? Вот Султана тогда возьму вместо тебя. Все, ну Good Games чилит. Так, что, нормальная пати, да, получилась? Или что, или хуйня? Белфаст, а у тебя что? ЛМ Белфаст? Что-то РДД до хуища. Угу. Тоже хик чилит, Синтек, да? Может в миле хилить. Ну да, я свично у тебя. Те там посильнее, блять, хилы. Ну я не знаю, ну давай вот, допустим, если тебя взять вагоном хилов шестым, типа, то надо, чтобы кто-то слот уступил. Вот. Кто слот? Ну давай я без ТТГ посижу на этой неделе. Не-не-не, давайте я посмотрю, стрим посмотрю твой. Я вообще впервые здесь, по сути. Так что я посмотрю твой стрим, посмотрю, почилю. Давай, давай. А, ну вот, видишь, тем более, что, блядь, будешь вайпать еще. Да-да-да, я поэтому, давай лучше я на этот на замене выйду и посмотрю. Че, блядь, нельзя так без этой хуйни играть. Вайпико. Короче, посмотрю. У меня тут, короче, что-то Касперский опять пишет какую-то хуйню. Одна проблема, 6 предупреждений, 2 рекомендации, блядь. Это я вообще без антибиотика. Главная проблема это в том, что ты в России живешь. Больше проблем нет. А, ну не базарьте, ну. Нихуя себе. Чё, охуел? Ну, а туре. Тихо-тихо, блядь. Еще вопрос, как, чтобы Discord работал в игре? Чтобы... Да ладно, пацаны, тоже в России живу. Да ты там с дальнобойщиком катаешься, мы уже поняли все. Чтобы Discord работал в игре, что ты имеешь? Я дальнобойщик, кстати. Да, да, но кнопку нажимаю в игре, а не работает Discord. А, была такая хуйня. Слушай, ну я не знаю точно, но как-то я пробовал этот, значит, открываешь вот окно вот этого, да, Discord, и сделай, убедись, ну, на квадратик нажми, который рядом с крестиком, убедись, что у тебя окно открыто на full, типа. Ну, если это не поможет, то там надо пошариться в этой... Пока разговариваем. Как он называется, сука? Хуёво, сейчас я, блядь, кикну челиков. Пошариться в этой, как он называется, сука? Скажи мне, блядь. Настройка? Какие-то настройки, вот, что-то там, типа, этот, режим, или оверлей, вот, что-то где-то там надо пошариться, не знаю, нахуй. Чё, злобный друг? Настройка оверлея ты должен добавить в Warcraft, в дискордике, чтобы на его видео. Кого заменить? Ты же был в 25-ке. А, тебя кикнуть надо. Это, кто там обратно в рейд? Покемонич, давай обратно тогда. Будешь хуярить. Плюс они там где-то сейчас, я моба пока танчу. Так, я не знаю, что со вторым рейдом начать с простых, наверное. С простых боссов. А шарит кто как в DTLs в чат первый удар вот этот убрать, чтоб не спамил? Чё за удар? Нам ну, спамит сначала боя первый удар. Настройки. Охуеть, спасибо. Ага, отображение самое первое, в общем. И там, подожди, потеряшки. Потеряшки, блядь? Не слышался? Я потерял эту настройку. А, вон, рейдовые инструменты найди, там справа общие, первый удар, галочка. Да, да, покемонич.
Пройду инструмент этого отображения, да? Или нет? А, все, нашел. Спасибо. Короче, начнем с Гогоноша, блядь. Собака в конце будет. И Гогоша. Неохота сразу с собаки начинать. Так, сейчас по кругу пойдем до туда. Великов мало. Печально придется кому-то. В принципе, крестов дохуя. Там присты в первую очередь пойдут, ДЦшники и присты. Их, в принципе, двое всего. Ну, подстраховочные ханты, может. Там и синтека тоже можно кинуть, я в принципе ход только кидаю там движение. Эльдурио, блять, ШП будет, ну это если я про собаку говорю. Сейчас-то в хилах можно еще. На этих двух боссов. Центрального и это Гогоноша. Я хочу там, чтобы хилов побольше было всегда, чтобы с прохилом не было просадок больше. Так, по диспелу будет трудновато, хотя, в принципе, не должно быть, что 4 приста есть. Рарлик подможет там, с миликов парочку с диспелю. В общем, у нас план по развитию такой. Нам нужно сделать вот эти 8 рейдов, которые мы проходим в двух экземплярах. Нам нужно сделать не за 4 дня, а за 3. Ну, в будущем, конечно, за 2, как там уже это, Лича будем убивать, наверное, быстрее все будет проходиться. Это в будущем. Но пока что к 3 дням надо прийти. Вот. Единственный возможный вариант — это целка с ГМХМ в один день, 2 дня. И в один день 2 ТТГ и 2 РСки. Вот. Так что, на следующее КД уже предварительно поставил. Там надо будет спросить, кто осколки собирает, смогут они в эти дни. Вот это надо исполнить, и у нас появится свободный день. Это, к боссу близко не подходите. Ставьте шкаф, суммоним. А, тут надо бежать самим. Так, что у нас получается? Синтек, ну и... Не знаю, я тебя выкину, короче, с маны, тебе получше должно быть. Вот так вот. Ну ты в хиле, короче. Вот. Ты шестой хил, короче. По диспелу. Присты, которые хилы. Один раз масс диспел даете, мид-дарк побольше даешь. Можешь масс диспел еще точно пододиспеливать. Дали диспел и дальше щитуете, кидаете хилку, хилите. Ну и это... Вивс, вообще не отвлекайся на диспел, просто захиливай. Вот, и это, ну и рарник помогает там по биликам или до танка, если они не будут дотягиваться. Право-лево выносим эти метки. Отворачиваемся спиной от фира. Ну, кто будет ловить фир, буду называть, их прохиливайте. И хилы вообще на будущее, если кто не видит там, не дай бог, если кто-то до сих пор не видит дебафы на людях, кого надо захиливать, кто фир получает, ставьте вуду, вписывайте вручную дебаф. Название дебафов написано в приключениях. Могу скинуть, мне там блокнотик был, я записывался. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геру сразу давайте. Метки выносим.
отвернулись. Бежали. Метки. Достаете там хилы или мне повернуть боком, чтобы вы доставали? Ливс, выносите метки. Сейчас сфер будет, готовьтесь. Вернулись. Отбежали. Метки. Хорошо, блядь, ДБМ все ставит, нахуй, охуеть. Диспельте что-то метки. Отвернулись. Отбежали. Аура от огня есть? Я не вижу что-то. Не знаю. Вроде что есть. Здесь сильно пробивают. Это когда не диспелят, нахуй, под дотой пробивают. Да, нет, диспелены все. Значит, в момент, когда вот под два дота получили дамаг, отвернулись. Метки. Отбежали. Керус не отбежал, молодец. Бежали. Отбежали. Метки. Получается, они отбежали, кто не отбежал, тикшотают, да? Ну да, милики. Там вот этот зеленый круг под боссом. Бегать надо. Ну и босс вот отворачивается на фере, и все, и метки выносить только в край. На МТ метка не вешается, все, изи босс. Два пояса на шамана. Так, что это у нас? Кто там? Вары есть? Нету варов. Будешь протоваром. Будешь протохантом. Так, что это такое? Омоложение. Надо кому-то эта голова. Сука, я бы взял на своего друида. Тинтек, тебе надо? Или у тебя коллекция? Если никому не надо, типа для коллекции возьму. Да, вроде не надо никому. Так, кольчуга на быстрину. Грудак. Ну да, трансмог тюрьма, согласен. Че, бидон, у тебя там коллекция такой хуйни, да? Это Белфаст, че, хила не собираешь? Или че у тебя есть такое? А, хила собирай. Так, что это? Два пояса. Критхаст. И оба на МП5. А, нет, на СПД. И ты тоже на СПД, блядь. Это крутичная лема, получается, будет крутиться чарк. Белфаст тебе. Ну, вторую давай бидону, похуй, бидону лема делай. Все, погнали. Не упадет, почему? Пояс ты имеешь в виду? А, он с МП5 на туре, да-да-да, это на хила будет. А хп нахуя? Чё, у неё пояса нету?
Ну смотрите, я не знаю. Если что, вы отдадите, если надо будет хпал. Типа крути чарку какую-нибудь. Что там можно крутить? Если кому надо, отдашь. Так, тут, короче, это самое. Самое основное, это в конце выносить. Бублики будут проклятие на вас вешаться. Проклятие выносите с решетки вот с этой. Влево-право. Вот милики тоже лево-право от босса. Не обязательно в звездочку и кружок. И это. Значит, когда сферы будут черные появляться, милики, если под боссом сферы есть, вы их завоешьте быстренько. Вас маловато, конечно. РДДшники тоже туда ешку по возможности дайте, чтобы миликов не шотнуло. Чтобы они подольше побили. И сами, когда будете это бегать, отходите от сфер черных. Они дамажат там по 6000 в секунду. Ну и, соответственно, черный пол, с черного пола выходим. В сферах, которые нужно стоять, чтобы весь рейд не шотнуло, остаются только те, кто знают, что они не сдохнут, или у них сейф какая-то глыба есть. Я имею в виду во время черного пола. Ну или если видят, как рядом встать с сферой, чтобы и в черном полу не стоять, не взорваться 20 тысяч урона, и сферку закрывать там 8 метров или 10 у нее рейндж. Ну и это, по дыханию. Значит, сейвы на дыхании нажимайте. Вот все маги, щит маны не жалейте, похуй, даже если маны кончатся. Ну, ханты такие самые уязвимые у нас. Не знаю. Лока нету, блядь. Рарник, подхиливай флешкой, кого можешь, кто больше всего просел. Ой, дай сапрот. Да, кстати говоря, сапроты. Сейчас я их истории дам еще пачку. Всем надо сапроты. Вот, на тебе 14. Сейчас я новые возьму. Пока хистории кидайте обмен, вот квадратик на него поставил. Такс. Как-то накрафтил, блять. Кидайте еще войду обмен. Звездочку на себя поставил. На сапрот. Тут обязательно надо быть защищенным от этой хуйни, от магии. Все взяли сапроты. Так. Не знаю, рыбу надо, нет. Вот рыба, если кто-то сдыхал. Что-то тишина такая, блин. Смотрите, маги, если не уверены, блядь, что вас не захилят, лучше глыбу сдавайте. На это, на заходе в бублике она не спасает. Дает счет. Такая может, чтобы пройти. Чё? Чтоб рейд видно было. Вид сверху, пожалуйста. Берегитесь. Говно, блядь. Вот Фокс в рейд резы.
Долго пиздец, Митфокс. Нихуя не резнул до сих пор. Захиливаемся на дыхание. Фулл баф помогу. Фулл баф. Каску, лапу, пристабаф. Крик на хп. Давайте Геру. Вот эти сверки задамажьте возле босса, которые попробую отвести, но... С бублика выходите. Залагал? Чё, залагал, и мы сдохли как бичи все. Ну что это за бомж? Скорее всего, вайп. Да, вайп. Жить. Бегите или умрите. Керсори, у тебя же побольше должно было быть ДПСа. Криптолк, у тебя рога совсем не одевается. Вздох рано. А Нурик в Дисе вообще? Алло, блять, он мне просто... А, вот он. Я, блядь, не прокрутил. А чё там хилы это? Так, Мордон тоже я хорик. Я КЗ залагало, походу, мы все сдохли. Ёва. Ну и метки, да, там, блядь, что-то бублики, блядь, в два сразу. Да, там весь центр залит был. От боссов не выносили еще. Жрите. Ну, бичи, короче, не сказали, что надо метки выносить. Да нет, там надо было. Ну, надо было гин сдать, нахуй, просто. Там да, два гимна сдали. Я нажал, блядь, гим нажал, сказал, умер. Там поздно дали. Момент проебали. Скелеты уже разлили, вообще босса не бьешь. Ой, давай пожестче, матери. Да чё, хули. Я уже все сказал. Мы бичи. Этот, Мэтт Фокс, там, ты дубовую хоть отдаешь и в себя прохиливай иногда там, чтоб хилам поменьше было хилить. Рарник вспышку там прожимаешь на людей просевших. В Рэй, блядь, щит маны нажимал? Я 5 раз его нажал. Угу. Да, у него мана кончилась. А потом мана сгорела, и ты такой... Он нахуй не нужен доспех, просто магически нажимай. И доспех магический, все маги поставьте. Ну его перекинул к себе в пати, чтобы ману давать. Так, у арканов так пассивно. Есть саппорт. В талантах. Ну я когда кастую, я по 100 маны группе даю. Берегитесь. Скоро дыхание будет. Первое, не проебитесь, не сдохните, вот дыхание. Все, на фул поднимайте и дальше засчитывайте. Сверху закройте сзади. Шарик закройте. Дыхание захилим. Ну, хильте себя тоже там. Одно покровительство успеешь прокастовать, хотя бы 8000 себе хильнешь. Уже хорошо.
Керус лучше, как босс. Керус тоже моменталку не забывая сдать. Можно лужу вывести, слушай? Вот они в меня разливаются. Осторожно там босса бейте. Ты на другую сторону. Геру. Че, разлил? Пока черная лужа выходит. Сейчас он выйдет немножко, босс. Проклятие, кстати, через секунду появится. Вот в боссе прям какой-то пидор стоял, бил его. Убить. От щупалец отойдите, они там сбоку слева. Мудак этот ебаный еще и не двигается, говно, блядь, тупое. С бублика выйти, чтобы вас могли прохилить. Скоро в них заходить надо будет. Ну, я босса не поведу уже. Еще бублик, блядь. Дал не зыбку. Давай, Вивс, давай этот самый сокру. Все, выходи теперь все гимны отдавайте. То... Бомжи, да? Не зашли нихуя. Да. Че, два ляма добьете, я думаю. Только сфер дохуя много очень рядом. Так, ну че, войско пора кастовать. Еще и бублик появился, блядь. Человека. Может, сделаем так, чтобы вообще на танками ходили? Скины. Ну вы, блять, я не знаю, чего вы не можете так сделать. И в чем проблема, блять? Просто РД какой-нибудь поставьте. Просто босс не водится вообще и там. Мага какого-нибудь. Надо, чтобы на дебафы миники смотрели. Давай я сзади, короче, встану. Да, и на дебафы смотрите, бублики. Да, РД тоже штуки в одной бублике, блять, стоит. Да уёбки, блядь, стоят на дебафы и не смотрят на свои. Короче, сзади вой достану. Да нахуй, я сейчас его просто в центр поставлю, и вы будете наоборот по краям, и все. Будете, блядь, дрочиться как хотите. Будет лужа, блядь, не на меликах. И все, нормально будет. И это, блядь, милики, вот которые возле босса бьют, там роги всякие. Вары, блядь. Которые нихуя не смотрят, что происходит. Смотрите на дебафы на свои. Где дебафы, надо рассказывать. Эту хуйню надо вынести, там 5 секунд дается. И с этой хуйни выбежать, чтобы вас захилять могли. Полномот около выхода стоит. Жрите, починка, починка не нужна? Починился. Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Спина с другой стороны, милики. Кто-то с вас дальний будет выбегать. О, там кто-то дальний есть. Да, я встал. Поднимите Вивза. Киру, срезай. Последний БР. Инер. Синтек тоже инер по ней. Да. Медфокс тоже по визу инер.
подсказку. Лапа без добав, крик на хп. Он идут мобы на дальнего. Синтет. Сейчас проклятие надо смотреть. Геру. Выбежали. Хантит, Белфас, Давакин, Пенстеллер, Мордаун, Пивс. Вышли с бубликов. Хули вы стоите здесь, нахуй, уёбки, блядь. Я же вас просил с решетки выйти. Дебилы, блядь. Чё, как дела, Синтек, нахуй? Мэтфокс, Синтека, резай быстро. Похилит еще немножко. И сразу захилить его хилы. Вот Фокс, я не вижу, блядь, реса твоего по синтеку. Ай, это пиздец, блядь. Вот Фокс тут. Короче, дал незыбку. Добивать уже за ДПС или. Лям остался. Вот Фокс, скажите, не знаю, не в диссе он или чё, не слышит резать. Резать просил, не резает нихуя. Так, кинжал. У тебя так лагает? Так. А вот. Чего? Да лагает у тебя так комп или че? Лагает, не знаю. Ну, типа, видео заторможено. А, ну может быть и Discord так передает. А, у меня тоже лагает? Не знаю, у меня нормально, я смотрю. Ничего не лагает. Не, так ну, это во время боя там. А вот сейчас последнее осталось, там 1% у него прям, давай свой шоу прям показывал. Ну, может быть, залагало в этот момент, не знаю. Он на СПД запястье. Эльпестов, Приста тут? Просто мне интересно, как эти норм запы или нет? Конечно, вроде бис, нет? Ну, типа, максимально сильная чарка, насколько я знаю. Ну да, сильная чарка. Так. Я ее не нажал. Если можно, мне их, если никому не нужны. На медарка. Да нужны, и стопудово. Они всем нужны. Они очень редкие, что они всем нужны. Я просто не нажал. Ну ладно. Так, грудак. Грудак с СПД. Хэприста. Или рдру. О, блять. На протопала выполучит. Просто они с меткой сюда. Ольга, у тебя какие наручи? Перекап. Вроде наручи были с ПТГ. Как помню. Так, рарник надо тебе, она протопала. Чарка. Че это? Ну, чарка у тебя есть такая? Вот на танк. Грудак у меня есть. Ну, именно такая чарка есть? Да. Не, у меня другая, но у меня там есть. Ну, есть. Лукмастер, будешь крутить чарку, да? Давай, на, крути. Пошли на собаку. А кто запу вырулил? Я Нурику отдал. Вы говорите, они бисовые. Конечно, вроде есть. Он же говорил, что вроде есть ему. А, ну... Я ж про это говорю, блядь. Что ж это я бы на Стейлеру отдал, наверное. Ну, он в Геру ходит. Да, надо кто... Надо похожий. Надо... Ну, Султану или Бен Стейлеру тогда, если так смотреть. Надо кто в Геру ходит. Давай Бен Стейлеру. У него вообще там залупа какая-то. Залупа у меня, а не у него. Ну, у тебя вообще 45-е. Ты про Султана, да, говоришь? Да, да, да. Ну, такие же, как у меня? Ну, смотри, это... Я не помню, Бен Стиллером, да, по-моему, брали в Геру. Он ходит, ты меня не берешь пока.
Ну это да, да выпадет еще, блядь. Я хуй знает, хотите парольте, но я не знаю. Ну, раз он ходит, лучше ему отдать. Бенстиллеру закидывай. Ну не все парольте, а Султан с Бенстиллером. Если Бенстиллер согласится с ним паролить, а так пускай Бенстиллер забирает. Все, давай это Бенстиллеру отдал. Как отдадите, скажете, блядь. Там есть те, кто тактику не знают? Бичи есть? Да, да, есть. ГП нахуй. Так, значит. Нурик в ШП, Синтек в, в ДД, в сову. 4 хила остается. Значит, со стороны звезды с танком. Хандет шаришь на черной метке прыгать? Это Нурик, кто такой Хандет вообще? Это чей перс? Это Женя. Какой Женя, я не помню. А, Арканавт. Все, ты прыгай там, короче. Этот самый Давакин тоже. А, нет, подожди, Давакин. Еще два человека, значит, Мардаунд и Геншин. Вы с фиолетовой прыгаете там. Если что, там Мардаунд на себя крылья, заебись, этот, скипать метку, нормальная тема. Значит, остальные... Остальные 13 человек с кружка начинаете, РДДшники. Самое главное, смотрите, здесь этот... Выбегайте с этой хуйни, как он называется, с гейзеров. Не ебланьте, блядь, а то... Ну, будете 5, по 3 человека, 4 человека падать, будем, блядь, хуярить ГП. Я даже не буду бить, пробовать, блядь. Так, рыбу надо, да? Или ставили уже? Вы ставили рыбу, нет? Вздыхали на боссе. Вот рыба, короче. Давайте, ребятки, я вас верю с первого трая. Это Лингрен, да? Да. Ебать, изменился голос, пиздец. А я же говорю, я с бука сижу. Там микрофон другой. Подача голоса другая совсем. Ну, нотки твои слышатся. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геру можно с пула, вроде так. Так, мне кажется, или кто-то уёбок в рейде. Почему у Рарника зеленая нахуй, а на Нурике фиолетовая, блядь. Братья, вы мне объясните, почему так? Гейзер РДД. Нурик, неужели в хиле он, блядь? Нет, не в хиле. А что за хуйня? Почему так? Вы что, дрочите, что ли, или что, блядь? Ладно, похуй, играем так. Бичи, блядь. Хуй знает, что еще сказать. Блядь, пиздец. А Вивс чё сдохла? Взорвалась. Пиздец. РДД. Бэт, на меня гейзеры не кидаешь.
Урик сдох, блять, как бич. ШПшник вроде. Ладно, хуярим. Есть шанс еще. Обстрел, смотрите, не словите противоположного цвета лучше. Подхильте его, да, там. Можно еще Геру дать. Хилы есть там, блять? Да. Это? Да, да, Геру дайте. Братья, блять, алло, блять, Войда не проебите, мордаун, кто там, Геншан. Есть у кого-то Гера? Гера. Так, Трилл уже сделал, еще сейчас сделал. Бедман, дай Геру. Че, Милька будет, хуйня. Да бьете там сегодня, нет, блядь, вообще бьете там, блядь, алло. РДДшников не проебите, прохильте свистофлягу, блядь, ну. Ой, да там держите, кто там рядом, Мордаун, Геншин. О, конфликт в рей, нахуй. Смотри, минус рейд, нахуй. Так а что, Мордаун просто прибежал в гости. Ложитесь, нахуй. Куда бегать там? Ну, в смысле, куда? Назад? Но они явно не в РДД зону. Я так и не достаю, получается, по хилу до вас. Ну, это не повод ко мне бежать впритык. Ну ладно, обосрался. Ладно. Не трудновато что-то, блядь, хуярить по ходу ГП вам, блядь, потому что надо... пятиться одновременно танчить еще, блять. Может там сразу кто назовется, кто там первые сдохли, чилили, полбоя лежали. Плюсик в рейд ставим. Ну, да потом на видосе посмотришь. Да мне делать больше нехуй на видосе потом смотреть, мне что, времени дохуя. Че, два человека только лежало или че? Ну, сам если... начале, если... да, Вивс упал, потом еще... Не, ну, пачку целую упала. Ну вот кто? Уже ты... под конец уже люди умирать начали. Не, там еще четверо, да. Не, сначала Вивс умер, первый самый. Так, Синтек уже... это что? Синтек это смерти, вот сначала первый. Боя. Так, Invisible, Хандет, Покемонич. Как сдохли Хандет, Покемонич? От чего? От Гейзера? Скорее всего. Надо точно. Тьмы. Так. На будущее, Покемонич, блинк открывай, на единичку ставь. Хандет, что у тебя? Тоже гейзер? Надо не вышел, а блинк нажать, одну кнопку. Еще раз объясняю. Хандет. Так. Эйднурию как сдох? Хурюк. Гейзер? Бенстиллер? Нет. Его... Вспышка тьмы тоже дважды. Кого? Ну, Эльнурио. Так. Хурюк чё, гейзер? Сотрясающий удар. Это ГП, блядь. Этот, где он там, блядь? И кто там последний? Бен Стиллер. Это перезагрузка метки... Это перезагрузка. Там метка была, я в троих зашел, я первый уже выносил блок. Это кто, Бен Стиллер? Да. Угу. Я в конце умер. Он, да, его за 2 секунды не прохилили. Просто. Линкуйте, жрите рыбу и линкуйте, кто там еще, Нурик, если ты в Диси. Сколько, скольки я дал? 5 человек, да, или сколько там? Ну это кто первые сдохли. А дальше кто там сдох? Кто сдох по своим затупам? Всем, ну вот кто сдох по своим мордаун, тот чего сдох? Называйте гейзер, ну, конфликт словил. Конфликт. Так, в рей тоже конфликт. Конфликт. Словил. Так что, в рей словил? Нет. Я подошел слишком близко, я думал, там успею похилить, не это не словил. Потому что там это, по моей тупости сдох все. Че, тактику рассказывать или что? Или это, ну, это так было, просто так, прикол, да? Вы все тут были, блядь. Это случайность. Все тут были, брат. Это уже когда падали. А что смотреть? Ну, кто? Ну, что ты мне, ну, хочешь сказать? Вот что? Что кому надо въебать? Эльнурио, если ты хочешь что-то сказать, ты скажи понтово, кто, где, когда закосячил. Да, что, где, когда, кому ГП?
Или что, или... Блять, Эльдорадо, всем ГП, нахуй. Что за, блядь? Он просто дольше прожил. Там как бы конфликт еще, получается, в Рэй словил. Меня словил его. Вот, Мордаун пословил. Ну да, активация тьма, Мордаун, потом Бидон, в Рэй. Бидон, ты когда конфликт словил? Когда вайпались? Да. Вот и все, нахуй, еще вопросы. Давай, Нурик, кому? Ну что, да. Ты видел, когда он словил? Если я буду смотреть по видосу, вот он последний умер. Ну да, я могу вот линкануть, он умер там вместе с остальными. Короче, ясно, нахуй. Будете сами смотреть, у меня времени нету. Если по видосу я кому-то не начислил, будет 200, нахуй. Сейчас признавайтесь, кто сдох в гейзере, блядь, кто от сокрушающего сдох, и кто еще там конфликт словил, кто не тот луч словил. Или на луче сдох. Сразу плюсики поставьте еще, блядь, будет 200, нахуй. Что по времени смерти? У вас те, кто умерли до минут, до 3 минут 44, я так понимаю, он имеет в виду. Ну вот, примерно в 3.44, допустим. Всем Мордос. Это кому? Всем это кому, нахуй? Ну, ты такой интересный, блядь. Там бичи упали, нахуй, за первую минуту, за первую минуту еще не прошла, блядь. Из-за этого мы дольше бьем, блядь. Они словили ГП, остальные, блядь, как они сдохли, ты знаешь? Каждого как сдохли. Всем до 3.40? Это 19 люди, ты имеешь в виду, накидывать? Нет, не 19, сейчас. 10. Ну вот, Миддарк, допустим, умер из-за непрохила. Ну, давай Миддарка посмотрим. Миддарка просто 5 секунд не хилили, он умер. Давай, допустим, Миддарк отпадает, да? Если кто-то не согласен, обжал. Сейчас мы вместо Трая будем эту хуйню разбирать. Потому что каждый пидор должен быть наказан. Кирсори, как сдох? Это, пиши время. Бенстиллер тоже не прохилился. Бенстиллер? Хуёво, этот, не взял бинты, да? Хуёво, ну ладно, это не будем ГП давать. Кирсори как сдох, посмотрите. Керус и Кирсори как сдохли. Ну, вспышка тьмы. А Керус? Керус. Перезагрузка метки тьмы. Но у него не выбежали, все, он умер. Или кто-то к нему не подошел с меткой. Ну, Кирсори так, значит, только за вспышку остается и все. Все, еще вопросы, Нурик. И кто-то есть еще, по твоему мнению, должен кто получить ГП? Глыбу не прожал. Кто? Керус, что ли? Почему Кирсори? А, ну да, да. Вспышка — это гейзер, да? Ну так в рекаунте пишет. Блять, он конченый, что ли? Я же сказал, я в начале жал, мне метка давалась в начале. Я нажал, и мне вторую кинуло. И меня не прохилили. Алло. Это Бен Стиллер? Да. Метка не прохиливается, она сейвится другими человеками, которые сошлись. Ну, я зашел в троих людей, там не было больше никого. А, три мало, надо 4-5. Все далеко стояли. Куда я побегу с ней? Ну, я бы мог просто... Просто в него и не сбежались. Просто в него не сбежались, и все. Так, ну вот смотри, на Миддарке перегрузка метки скверная. Это, получается, тучка в КД была? Это не тучка в КД была, это после этих... Блять, паровоза этого ебаного. Вот, я словил дизейбл, блять, и от этой, от лужи умер просто. Лужа на тебе метка была? Нет, на тебе была лужа, я в него сбежался, и из-за этого словил, короче, конфликт. Лужа разлилась, я из нее выбегаю, и ловлю дизейбл, и я в лужу в эту захожу. Ну, типа, я попытался как-то его подсейвить, потому что у него никто не убежал. Ну, это Бен Силлер, наверное, и был. А у него было КД на эту хуйню. Ну и что ты думаешь, им ГП надо давать за это? Там, в таком случае тогда ГП тем, кто не сбежался просто. Там сбежалось два человека у меня. Так а за что я вам дал? За такую же хуйню, что ли? Давай посмотрим. Вот ты сдох от вспышки тьмы. Ты думаешь, за это не надо давать ГП? Там другая ситуация, не со вспышкой тьмы у них ситуация. Выбегаешь вспышки тьмы ты. Стоишь, как правильно стоять ты, чтобы выбежать тебе 100%. Это ты выбираешь, как стоять.
А в них челики сбежались. Плюс у мага глыба на КД была, он выносил с пула метку. Так, а может тогда начнем разбираться, почему ты с черной меткой, а кто был с зеленой? Да, давай еще с этого, давай еще это разберем. Почему? Эльнурю, вот ты нас задерживаешь, давай разберемся до конца. Почему ты с черной меткой? Где ты стоял? А кто тебя просил в мелизоне стоять? Ты мне объясни. А ты в Дисе вообще? Ну вот если ты в Дисе, наверное, слышал, что я говорил стоять Геншину и Мордаунту. И первой и второй пати. Нахуя ты там нужен? Вот тебе еще ГП за то, что ты стоял не там, где надо. Не слушаешь Эрела. А Мэтт Фоксу почему ГП дали? Так получается, виноват только один человек? Нет. Все виноваты. А Мэтт Фокс... Вот все, кто получили, все виноваты. Ну, Мэтт Фокс... Мэтт Фокс, а чего ты там сдох? Конфликт стихий со всеми. 3.46. А там было 4 с копейками. А, не, вру. Не, 3.44. Не помню. После 3.44 вы там обсуждали, что надо давать ГП. Кто умер раньше 3.44? Там 3.44 уже не дошли, там 10 человек всего. Там дальше 3.46 идет. Ну вот, типа, ему первому накинул, потом Invisible, Vivs, Покемонич. В конце сказали падать. Я не помню, а я ему давал ГП Мэтт Фокс вообще? Ну да, вот в кильте. Вот Мэтт Фокс, потом идет Invisible, Vivs, Покемонич. Да, самый первый Мэтт Фокс был. Ну ты, конечно, конченый, блядь, Эльнурио, нахуй. Сука, короче, подал, короче, это самое, вот кто там с Эльнурио хочет пойти с ним, Хурюк, ты тут? Если кто-то хочет с ним пойти, ну, предлагаю, ну, сразу это сделать. Может... ГП это сейчас за прошлый инст у вас показывает? Потому что это очень охуенно, очень интересно все. Давно хотел предложить это сделать, Войт. Я успею все это сделать. Мне такая, мне такая хуйня, мне такая, мне такая хуйня не надо, блять. Бери Биг Дэму, он вроде хотел там... Давай, Биг Дэм, где ты там? То это совсем некрасиво, нахуй. Вот мы как раз ханта поставим в РДД, два приста также будут прыгать, и вара закинем. А то я за это ГП не буду, я то не хочу, а почему так, а почему это, блядь? Иди, блядь, за Сибири там спрашивай. Открой на стриме спек, пока вы тут собираетесь. Какой? Это, ну, свой. На сайте можешь глянуть, если тебя интересует. Просто в базе знаний этих. Бей его ник. Там таланты, руны, блядь, шмот, вся говно есть. Символы даже вроде. Да, символы тоже там есть. Там вообще все. Все. Я уже посмотрел, что там. Тогда это самое... Хань, дед, продолжай там, попрыгай, все равно лучше пускай Биг Дэм подамажит, он тоже дохуя дает. Сейчас это, суманете его, прибегайте сюда. Ребята, блядь, смотрите, ну, когда вы падаете, умираете, это значит что-то неправильное. Ну, это надо отслеживать. Если вы будете молчать, то мы по КД будем как уёбки вайпаться. Ну, надо узнавать, почему вы вайпаетесь. Иногда это невозможно сделать в одного человека, и тем более, когда ты что-то исполняешь в рейде. Если вы будете молчать, то наступит момент, когда, ну, может не всегда, может не каждый раз. Кто-то, может, посмотрит видео, или если я сам буду смотреть видео, просто будет больше ГП за эти смерти начисляться. Потому что это не дело. Если всегда так мы будем, не начислять ГП, сидеть чилить... Надо, вы пришли сюда, вы должны быть готовы к тому, что здесь будет. Что будет гейзер? Он будет на всех, то есть на 12, потом на 13 людях. И каждый из них должен выбежать с этого гейзера. Если этого не делать, мы просто не убиваем босса. Мы хуже пугов будем играть. Пуги и то лучше исполняют. Вот, поэтому, ну, вы закосячили, запоминайте это, почему вы сдохли. Вы должны понимать, от чего вы сдохнете.
сдохли. И не ссыте говорить об этом. Вивс то же самое с Эльнурио уходит. Так. Исключите. Ну ты подожди, там ничего же не ответили, что ты торопился. Я не знаю, ну а зачем с рейда уходить? Просто так. Пришли повеселиться, да, здесь в гильдии. Короче, найдите, где там это в Дисе. Как у нее ник-то был. У кого там менеджер есть, потом посмотрите. Я не помню, как ник там был у нее. Такая хуйня детская, если честно. Как да, помню. Пусть идут нахуй. Ну, типа, блядь, я не знаю. Я такую хуйню не хочу смотреть. Вот это высокомерие. Дети, блядь. Пускай идут в Экзальтиды или в Засибирь. Ой. Там учить людей нахуй жизни, блядь. Чё? В Хилас пекайся. В Хилас пекаться? Да. Керус, Хурюк, вы остаетесь? И Хандет, по-моему, ты остаешься или что? Или то же самое делать с вами? Сразу скажите. Вот. Хорошо. Потому что, блядь, ну не хотят, не пусть не играют, блядь. А вот эту всю хуйню. Это есть там кто еще на замене? Я тоже дискуссии не хочу никакие устраивать, нахуй. Это Нурик, любитель, нахуй, дискуссии, блядь. Топовый весь из себя, блядь. Он же может вернуть. Мы сами так, блядь, научимся играть. Вот он же. Он же может вернуть. Да-да, сейчас зайдет. Че, мне в сову обратно? Не, побудьте. Ну да, в сову спекнешься. Сейчас он зайдет. Хотя хуй знает. В принципе, да, там Мордаун с Геншином, думаю, меня не уронят. Там у Сумона есть кто-то, если что? Ну вот сейчас по факту весь бой три хила хилили. И они справились. Думаю. Ну там пару смертей было, правда. ГП это опасная штука. Но опять же, это такая штука, за которую, если ты думаешь, что ты такой весь, ну я не знаю... Вот когда я ГП получал, да, ну, в своих первых гильдиях, я понимал, за что я получаю. Ну, если вы думаете, что, ну, вы пришли в рейд, и вы прям, ну, хилите там что-то, топовую циферку какую-то даете, и вам не надо ГП давать, это вы, ну, глубоко ошибаетесь. Так, ну, так не всегда должно быть. Есть исключительные ситуации, когда там, блядь, ну, а такое, сейчас, блядь. Ждем друля, то я уже вышел. Ребят, что, вам человека не хватает? Да, сейчас там друид заходит, да. Хил 25-й. Сейчас он же подойдет. Да, ну ладно, а то я здесь пиво сижу, пью и думаю, может присоединиться. Ну сейчас, если вдруг кто-то еще отвалится, может на пиве подойдешь. Ну да, наверное. Один человек, ну, камон, пошли. А я вот, честно говоря, задними мыслями так и думал, блядь, что Нурик он такой, нахуй. А не знаешь, вот когда в Лиге Легенд... Все, там есть уже. Че, он заходит там, нет? А вот он. Они когда сидели вот в Лиге Легенд, когда я две вот эти гильдии собрал, чтобы водить целка РС обычка. Ну не убивали, они по 8 боссов убивали. Видно было сразу отношение. Они не пришли на РТ. Вот, ну я не знаю, с чем это связано там. Ну работа, семья там. Ну никто как бы ничего не говорит. Просто, ну, отношение такое, что, ну, я хочу, играю, хочу, не играю. Ну, тут то же самое, блядь, просто им не особо надо. Я ничего не могу сказать, прокомментировать. Не, ну это понятно. Такое отношение в рейде. Мы как будто все как говно здесь сидим, как черви какие-то. Они, я не знаю, ну, такие святые. Челюсти, блядь. Да, блядь. Вон, мы, блядь, эту собаку не убивали. Первый, ну, первый, у нас когда еще один рейд был, два рейда не было. Мы не убивали собаку. Научились убивать. И все нормально убиваем по КД уже. Сейчас и эту ебанем, блядь. А Нурик вот. Чё, в Лиге Легенд был? Ну, Пандемониум пал у него там был. А, это Пандемониум, пиздец. Синтек как будто вчера родился, блядь. Ну, не, я некоторых людей помню. Я знаю, что это пиздец был.
Так, ну что там, получается... Каждый раз они, когда ники меняют, блядь. Получается, первая, вторая пати слева начинаете. И также Мордаун с Геншином там прыгают. Остальные 13 человек, то есть Синтек, Бидон, Оджи... Какая ренжа максимально, чтобы не словить конфликт? Конфликт, ну, наверное, 10 метров. То есть вот эта вот пульсация, которая она на 8, по-моему, идет. Ну, десятку если держишь, то точно не словишь. Вот. Что, смотрите внимательно. Там не забывайте, вот эти гейзеры, они чередуются. Если, допустим, первые будут на РДД, то вторые будут уже во время шквального обстрела, во время этих лучей. Вот. Вот же, что там? Бафните вот же. Биг Дэм тут. Вместо того, чтобы травить босса. Сейчас идите пиздите. Да, блядь, просто пришлось попиздеть. Поставить точки над И. Даю отчет. Да лучше каждый раз вот так вот попиздеть, блядь, и выяснить, нахуй, чем потом, ебать, выяснять, хуй пойми чё и... Просто это, я заметил, уже начинается в каждом рейде. Да, без воды. Плюс 30, это... Ну, нехуй чесвышиться. Я тоже могу почесвышить, сказать, вы все уёбки там, бля, один красавчик. Ребят, Геру. Как это? Иногда, конечно, тяжело что-то объяснять, когда или настроение это или ничего. Но иногда приходится же, блядь, он того же Масхона получить танчить, там, кукмастера, там еще что-то. Короче, смотрите, там гейзеры. Вот на миликах. Берегитесь. Мордан, ты сдох? Это он с меткой сбежался. Я на него щит не кинул. Это был байл. ГП. Бегите или умрите. Езеро РДД? А сейчас кто словил вот этот конфликт? Не, сразу падаем. Сразу ложитесь, избегайтесь в одну точку, с конфликты словим и сдохнем. Это что? Можем. Это что, вот это все, кто сдохли сейчас на лучах вместе с конфликтами РДДшники, да? И еще кто-то конфликт словил с вас. Кто словил конфликт? Мы смотрим урон по союзникам. Бидон, что ли? Бидон, ты словил? Ну, ладно, полученный урон, смотрим, раз вы не говорите. Так, Бидон. Нет. Это Бидон ничего не словил. Бидон красавчик. Это когда вайпались мы. Так, Хантит. Это ты на чем сдох? Керус, короче, вспышка тьмы, Мордаун, перезагрузка. Бенстиллер, шквальный обстрел. Двакин, вспышка скверная. Оджи, вспышка скверны, Мэтт Фокс, конфликт стихий от Мэтт Фокса, что, блядь? А, ну он, короче, Мэтт Фокс, он фиолетовый луч попал, словил конфликт, вот. Мэтт Фокс, ты тут? Белфаст еще словил конфликт. Мэтт Фокс, ты тут? Его нету здесь. Там, короче, скорее всего, что-то с метками хуйня какая-то была, потому что там именно, походу, была фиолетовая метка в РДД-зоне, потому что там 5 человек сразу конфликт поймали, без урона от лучей. Ну да, все, походу, короче. Там реально кто-то, да. Что-то тут, блядь, дохуя народу с конфликтом. Ладно, хорошо, кто там у нас? Так это там... Хорошо, это от конфликта сдохли или от вспышки? Сдохли от конфликта, ну... Кто-то от вспышки, кто-то от конфликта. Кто от вспышки, ну... еще? Вот я Керусу дал, Милик, он первый сдох. Кто от вспышки еще? Так. Мордаунд, кто еще? Вот же ты говорил. Вот же, смотрю, что вспышка, да? Да, вспышка скверная. Все? Остальные конфликт? Ну, Двакин, вспышка скверная. Бенстиллер просто попал под шквальный обстрел. Получил 2 раза по 11 тысяч.
И его не прохилили за 2 секунды. Это самое, напоминаю, первая, вторая пати в звезде начинает, и там мордаунт и геншин начинают. Вот если на мордаунте метка по себе крылья даешь, вот если на геншине лучше сбегаешься с миликами, потому что зубы не спасут. Вот остальные 13 человек, то есть 3-4 пати и 3 хила, это со стороны кружка начинаете. Сейчас рыбу поем. Напоминаю, ничего сложного на боссе нет, выйти только с гейзеров, они чередуются. Я забыл такую хуйню очень важную, вот смотрите, вам ориентир. Если в рейде есть кто-то, кто не понимает, когда именно надо случайно выбегать, вот история, вот у него ассист. И вот на РДД будет бигдем, вот ассист, будешь кружком. Смотрите на них, если вы не понимаете нихуя, когда выпрыгивать с луча касается тех, кто лучи ловит. Значит, если, ну, даже можете не дамажить, просто смотрите на бигдема и на историю. Стоите и смотрите, как, в какой момент они начинают прыгать, и делайте синхронно с ними, чтобы не ловить урон от лучей обязательно. Ну и если вы ловите, ну, выбегаете из гейзера в гейзер, то встаньте подальше, не бейте босса. Научитесь выбегать сначала с гейзера, а потом уже побьете. Важно здесь не умирать, а вот эти вот смерти по 5 человек мы никогда не убьем так, если вы не начнете нормально выбегать. И напоминаю, гейзеры, если первые будут на одних, то вторые во время шквального обстрела будут, и они уже будут на противоположном цвете. Рарник. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Яр. Сейчас уже кто не уверен, можете уйти там. Отойдите подальше, постойте. Вот на миликах гейзера. Хант, ну, вроде отскок есть. Почему так у тебя, я не понимаю. В КД? Почему в КД? Сейчас смотрите, обстрел будет. РДДшники на вас будет эта хуйня. Вот, не сдохните. Сейчас я подальше проведу от этой лужи. Чё-то много упало. Ничего, вы сдохли все. Пишите, от чего сдохли сразу, и запоминайте сейчас после этого. А, там гейзер был, мы сдохли, короче, как бичи. Все остальные играть и так, чтобы вообще никто не сдох, иначе по-другому не убьем. Вот сейчас, бля, надо вакин конфликт словил и сдох. Короче, я ебал это мучить там. Ложитесь, сбегаемся, падаем заново. Да, ребята, блять, это... Это, Хандет,
А ты в ММе же, да, играешь, я так понимаю? Это быстренько плюсаните, кто от гейзера вздох. Плюс это, есть кто-то, кто потанчит? Сейчас кто-то потанчит, другой нахуй. Я постою просто похуярю вам во время трая, прям ГП, блядь. Там, короче, между двух зеленых поездов был этот, блядь, гейзер. Ну, у меня на прошлом трое точно так же. Кондетто, у тебя есть спек ММа? Спек ММа есть, дед? Спекайся. Если ты, блядь, выпрыгивать не умеешь с гейзера, спекайся в ММа. С гейзера выпрыгивать, просто одну кнопку нажаешь. Отскок называется у ханта, блядь. Ну, пиздец. если он КД словил... Блядь, не, я просто не понимаю, как он КД на него словил. Как на него КД может? Это же надо отскок прожать. Нахуя его жать вообще? Пиздец. О, чё там? В общем, мы 5 раз... Ну, вот видишь, прикол какой, типа, вот из-за того, что ты ловушку поставил и текаешь отскоком, ты все заруинил. Ты не делай так больше. Сам себя. Тебе отскок, сколько КД? Там 30 секунд же? Нет, там побольше. Там, если у него... 20. Это ж сурф, у них больше. Наоборот, у них меньше должно. Вон он 20 пишет. 20 секунд. Что, дальше КП раздавать будем? Я уже раздал. Спек не слушал. Ну, Invisible сотрясающий удар. Рарник, перегрузка метки, он сдох. Давакин. Рарник, что, бабла не было? Давакин удал. Спекни здесь в ММ, у тебя так, будет, блядь, этот... Так, в бабле эта хуйня не работает, все равно ловится. У тебя рефреш будет в ММ. Это, ну, кинь обе. Еще рефрешнешься и выпрыгнешь. Так, что ты хочешь? Это ты, Давакин, говоришь, или кто это говорит? Ханту. Че, не, это я говорю, что Ханту спекнулся в ММ. А кто говорит, я это кто? Мидарк. А. А есть у него спек, я не знаю. Да, да, я спросил, есть. И что, это, ну, проще так будет. Короче, да, это самое... А у него, смотри, у него этот, рефреш есть, ну, который откатит ему, если я понял, отскок. Подготовка, да. Это да. Самое. То есть к этому моменту у него уже рефреш... Это все заебись, готов, конечно. Хукмастер, потанчишь вместо меня? Знаешь, как танчить? Я пойду, постою... Да похуй на урон, тебе надо просто уже постоять. Вот он. Тебе главное не сдохнуть. По-глупому. Все. Ему просто надо еблом стоять, прыгать влево-вправо. Хукмастер, прием. Так, значит, ну, сейчас... Ты посмотри, он... как Давакин дамажит. Сейчас он, значит, потанчит. Ну, он пивозавр. Смотрите, сейчас будет танчить хукмастер, имейте в виду, это другой танк. Это самое, хилы не проебите. Значит, этот Геншин, мы с тобой поменяемся. Ты, подожди, не надо в РДД как-то, а кто у нас из РДД? Мелизону кого-то лишнего закинуть, а кого мы закинем? Давакин, я тебя закину, короче, иди в Мелизону, давай я с тобой поменяюсь прям местами. Прыгай там, похуй. Еще 2 минуты АФК, говорит. Я понял, блядь, заебись рейд. Охуенно. Хотел Геншина, блядь, в зеленую поставить, нахуй, и понял, блядь, что он все фиолетовый и так. Точнее, себя. Только с Девакином нормально будет поменяться. У тебя там есть. Мидарка, у тебя что там по ДПСу? Может тебя поставить? Ну, 11700. Может, и то, я еще не разогнался. Нет, как хочешь, куда меня хочешь ставить, не похуй. Ну, чтобы Давакин, он уже больше вроде дает. В темную, ну, типа я это, вместо меня. Давай поставлю тебя туда. Попрыгаешь там с двумя пристами. Мне просто прыгать надо? Да, двигаться. Давай. А там у Давакина пивозавр основной урон наносит. Просто я никогда здесь не стоял, я из-за этого и спрашиваю, что делать. Там все наоборот.
На зеленый не двигаешься, на фиолетовый двигаешься. Ну, ебать, чунку пущу, буду кастовать. Бидон тут, вот Давакина еще надо, чтобы тут был. Давакин, ты что там? Ай, бля, пиздец. А типа здесь гейзер и синий только, да, уже получается? Все то же самое, только другого цвета. Угу. Да тут тебе надо шевелиться, а не стоять. Да, я понял. Магия, у вас просто блинк, если вы вообще на гейзерах не должны сдыхать. Ханты от прыжка, вообще нельзя сдохнуть. Да выбегать надо только вон. ШПшнику, сове, Белфасту. И все там, вон пиздец, там 5 магов, блядь. И этот, и мне еще. И хилам. Пиздец, Давакин, блядь, я хуею. Лингрен, ты тут? Да. Давай, залетай. А, у меня только КД нет на шамане. Ну заходи, похуй. РДД побьешь. Он пока вылетать будет. Ну, ты понимаешь, я, короче, под пивасиком. Да похуй, ну, с гейзера просто выпрыгни и все. Можно пару раз ГП. Тут все, в принципе. Мы тут уже и так под пивасом, блядь. Да хули, просто когда, я так понял, когда человек не травит, то есть кнопки не жмет, не ДПСит, он пиво пьет. То есть вот Давакин пришел, блядь. Чё, ну ладно, давай хуярить. Иди в кружок. Кружок, в кружок. Там, там мидарка я поставил. Чек на пул. Чё за метка? Я проебал на людях. Просто, ну это, там мидарк с вами, он первый раз там будет на этом месте. Вот тебе горн, блядь. Бидон тут, все готовы, дают чёт. Кукмастер сейчас танчит, если чё. А можно Геру, пока все не закончила пропасть? Давайте, давайте. Вот смотрим, значит, вот идет бой, блядь. Скоро будет гейзер, смотрим на ком. Эта пульсация закончилась, сейчас минуту, секунд 5. Вот гейзер на миликах, смотрим. Никто не сдох. Берегитесь. Танк умер. Ложитесь. Блин, не видно нихуя. Да понятно, что не видно, блядь. Вы умрете. Вы умрете. Ладно, я не знаю, нахуй. Ну, я вообще не знаю, блядь. Спекайся обратно в ДД, хули. Короче, я вам еще раз объясню, может, ну, дойдет до вас, нет. Вы играете здесь, и невозможно здесь вас провести за ручку, как в комнате на Личе 25 гер. Вы не пробежите, не, ну, не будете 1-2, 1-2 нажимать. Здесь надо включать свой мозг. Отставьте пиво в сторону, блядь. Вротрите лицо, блядь. Мокрой тряпочкой, блядь. И сыграйте нормально. Босс бьется 2 минуты. Прекращайте ебланить, блядь. Кукмастер обратно в ДД. Мидарк обратно. Не, давай. Потанчили еще один раз. Ладно, давай. Давай еще один раз.
Нет, нет, обратно. Все так. Все так же, еще раз попробуем. Смотри, твоя ошибка. Ты сдох от сокрушающего удара, который под боссом. Да, видно. Ты смотри, когда ты босс... На меня нужно 12 лет, да, походу, да? Вот не знаю. Появилась, я отвлекся на дебафы. Ну, сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю твою смерть. Там, значит... там нет, там сотрясающий удар, это ваншот. Это весь твой фулл хп. Я отошел просто. Смотри, Хукмастер, вот смотри на меня. Вот я кружок этот... луну поставил, вот смотри. Ты забираешь собаку, да? Вот отсюда примерно забрал. И ну, немножко вот так отвел, и отсюда начинаешь поворачивать. То есть ты ее саму, собаку, к стене не веди. Ты иди к стене так, чтобы она стояла от тебя на максимальной ренже. И она будет вот здесь примерно, красный кружок начинаться, собаки. А ты будешь уже здесь стоять. И пятишься вот так. Ну, это не трудно. То есть, и смотри, если у тебя появляются стаки, даже если тебя здесь застанет, ты недосягаем для лучей, тебя лучи не убьют. Вот, и когда ты лужу первую разливаешь, ты как делаешь? Смотришь вот эту хуйню, фиолетовый дебаф на себе. Панцирь с символом, 7 секунд. Вот, секунд 5 остается, панцирь отдаешь, там уже луж много настакивается. Как только этот дебаф с тебя спадает, который лужи выстакивает, выпрыгиваешь с этой лужи и... проводишь босса. Главное, смотри, чтобы босс близко к стене сюда не подходил. Вот, если надо, подведешь. Вот видел, как я проводил. Проводишь и поворачиваешь обратно и ставишь с этой лужей рядом. Типа, вот, ну, допустим, вот тут вот конец лужи. Вот, и тут примерно новую ставишь вот так метров через 10, чтобы ты тени задевал лужи. Все, и главное, ну, давай попробуем еще раз. Вставайте по местам. Кто в какой стороне? РД в кружок? Рыбу не дал. Ну ладно. Ай, блядь. Ну вот рыба, блядь. О. Раньше бы сказали. Хорош. Да. Перебивать старших как-то это. Ну, ебал уважение. Старшие тут только пэса. Все, это 10 секунд прошло, даю отчет. Быстрее разбегайтесь по местам, от рыбы уходите. А то сейчас словите фиолетовые метки, кого не надо. Все, даю отчет. 5, А я заметил, если пульсация на одних, то гейзеры на других. Не факт. Ну вот отбеги, отбеги отсюда, блядь. Ебать, он прям в бидона бежит. А да что? Да не бегайте много. Покемон, это что у тебя, блядь? У тебя глыбы не было, братан? Ты отнес? И глыбу нажимаешь с перегрузкой? Или умрите. Не, ну и нахуй. Вы узнаете, что такое. На магах не жмите, блядь, на этот глыбу первую. На первый каст. Первую метку, пожалуйста. Падайте, падайте. Все, взбегаемся в кучу, падаем, ложимся. Бидон, во-первых, свалку не юзай, блядь. Ну, Хукмастер, я не знаю, нахуй, ну. Это пиздец, это просто так, пиздец. Ну, нахуй. Хокмастера просто не прохилили. Хотя... Вырубай, выруби там это. Все, обратно спекайся. Мидарк обратно в РДД. Не получается.
Неужели это так сложно поставить вуду, забить туда метки? Ой, смотреть на гейзеры, блядь, выбегать с них. Это пиздец. Вот рыба. Часть команды, часть корабля, да, все правильно. Мастер, ты где заходишь? Вуду не панацея, блядь. Да, захожу. Глаза панацея. Все, бегите, милики, к звезде. Так, Мидарк в РДД. Также. Даю отчет. Все в ваших руках. Будете дохнуть нахуй, будет ГП, блядь. Вот. Я думаю, сейчас на РДД должно быть, так как первый был на... Ну, вот этот, пульсация была на этих, на миликах. Походу, вот так вот, да? Различается. Берегитесь. Да. Чё, на РДД было, да? Да. Да. А, вот, значит, я понял, как оно кидается. Да не факт. Может быть, не знаю. Бегите, обстрел. А, у меня провисло все. Берегитесь. У меня 5 минус интернет. Ничего. Сдохнешь там. Так, нет, живой. Хантит, как сдох? Гейзер? Захильте милика. Берегитесь. И разве виноват, что метка решила уйти, когда я в нее сбежался? Хорошо, потом. Бьем пока. Шанс есть еще. Потом сниму. Сейчас, челики, от чего сдохли? Бегите или умрите. Не захил. Какой нахуй не захил там вас дохуище? Да, не захил был. Покил был, много урона получали. Не зыбку дал. Вот свистофляга, синтек, вот 3,5 секунды просто урон получали. Ребята, пилы, вы стояли слишком далеко. Так смысл не было? Я тебе еще раз повторяю, ты стоял слишком далеко. Лизеры в РДД были. Синтека, ты почему в сове? Скажи мне. Ну он в ДД, 4 хила там. Да, все понял. Потом в пятой пати, я думаю, он хиле должен быть. Покемончик, у тебя как, есть глыбы или нет? Это, мы если что играем там, давайте соберитесь, блять. Еще не вайп. 8 миллионов, давайте добивать. Я... Не словил. Че такой-то урон дикий, пиздец. Зеленый, можешь немножко отходить назад? Милики отойдите, ой, РДД немножко отойдите от миликов. Да, не словите конфликт между собой. Бидон, ты в частности. Да, выжить.
Поезда смотрим, выпрыгиваем. Берегите или умрите. Ну, сука, покемонич нахуй. Бля. Три ДД бейте, Султан, Метадарк, Урей, бля, работаем. Силы хилим нас. Скоро не зыбку дам. Куда прижим? Главное на Войда не набегите на танка. Умри, не надо с метками, вы выйдете. Умри, в лужу зайди. Ё-моё. Нет, да, да. Берегитесь. Бегите или умрите. Немного. Мудаки, блять. Вот, блять, вот вы когда умираете, вы хоть понимаете, да, чего вы умираете, сука? Почему это так сложно для вас? Спекнись нахуй, да, недохил какой-то идет нахуй. Вот четверо погибли, просто их не хилили. Ну вот спекнись. Да вы стоите хуй пойми как нахуй. Хилы должны занимать центральную позицию. Вас может расставить сейчас так, ну для справки нахуй. И двигаться вы должны параллельно, блять, собаке. Вот я ее провожу вдоль стены, вы должны за ней двигаться, параллельно сдвигаться нахуй. А не то, что нахуй одно тело стоит здесь нахуй, вот здесь у ворот нахуй. Босс уже там, а я вас не достаю нахуй. Ну вы что, дауны, блять? Давайте за ручку каждого проведем, блять. Третья пати. Вот сейчас я эти метки уберу, блять. Вы знаете, с какой позиции мы начинаем. Третья пати. Ваша начальная позиция здесь. Пати хилов. Ваша начальная позиция здесь. Пати четвертая. Ваша начальная позиция здесь. Поставился? Нет, сука, не поставился. Я не поставился. Сука, залупа тупая, блядь. Перед боссом ставь. От ноги от левой. Вот в ноге увидели ромбик, блядь. Увидели, блядь? Это, да, ваш, думаю, это ваши позиции. Хилы конкретно. Вот два из них, они там, далеко, где милики. Вот, вот отсюда, да? Отсюда. От черепка мы начинаем движение собаки. Вот как вы видели на этом трае. Вплоть до креста мы идем. Позиция этих престов, ДСшника, Мордаунта и Геншина, она ближе туда, к кресту. То есть они подальше. Они не мешают миликам побегать право-лево. То, что друг другу убегать, вы знаете, что нельзя. Короче, нахуй. Милики, ну я думаю, вам не надо объяснять, что как вы двигаетесь за собакой, так и двигаетесь. Жрите рыбу. Сейчас я пожру. И вот эту хуйню, вот этот порядок вы сохраняете. Если собака прошла, ромбик прошел, кружок прошел и звезда прошла. Все прошли, блядь. И хилы занимают центральную позицию. Параллельно хил, кружок, параллельно стоит танку. Вы достаете танка, вы достаете милика, вы достаете сбоку звезду, вы достаете сбоку ромбик, нахуй. Хилы, сука, это вас касается. Что, блядь, непонятного? Как может там недосягаемость быть, нахуй? Это пиздец. Вы централизуетесь всегда во всех рейдах, блядь. Чтобы доставать весь рейд, сука. А не одного человека, двух, трех. Что это, блядь? Надо втолковывать, нахуй, эту простую истину, блядь. Неправильно стоите, поэтому вы теряете людей, не хилите их нихуя, блядь. Даю отчет. Из гейзера выбегайте, блядь. Что, блядь? Промах был. ЛПшка. Я ничего не нажал, блядь. У меня промах был ЛПшкой. Не, я понял, что у тебя был. Я просто... А, он типа просто решил на меня пойти из-за промаха? Ну, я не знаю. Без понятия.
Гейзер был на РДД? Нет, вспышка. Ну, эти, пульсация. А чё Султан сдох? Сам умер. Так я вот в самом начале умер, ты говоришь, промах у тебя был, я типа нажал. А, да-да-да, всё понял. Величие разума, и типа он на меня... Всё, я понял, он тебя убил. Надо было глубже нажимать. Я не поверил просто. Пидорас. Эти баны гейзера, это пиздец. Куда ты тело покидаешь? Хотел информацию нажать. Опять, блядь, пол рейда лежит, 40%, бейте как хотите, да? Вам не стыдно самим, нахуй? Не, я не буду бить, пизду. Ложитесь. Если что, у мага нету глыбы. Ложитесь. У какого? У Брая. Я отдавал на предыдущий. Хорошо. Там на прошлом трае кто-то говорил, то ли Белфаст, то ли кто, что я когда дал ГП, там что-то говорит, это... Кому-то я там дал, что он не виноват был. Кто это, или Белфаст, или кто это был? Это сова была, Матфокс. Там получается метка... Ребятки, была. Соберитесь. А метка убежала и меня лужей убила. Мы, блядь, 3 КД нахуй убивали вторым рейдом, нахуй... Всё. ТТГ-25. Сейчас да, на этом трае ты не сдох, Мэтфокс? Кому? Кому дать? ГПш комментарку. А я дал уже. Все. Ну, на этом трае, Мэтфокс, ты не сдох? Я тебе дал крипток. Так, на этом трае у меня метка была в конце уже. Сказали, что все, падаем. Ага. Короче, там что, пульсация на РДД, это гейзеры на мире. Ну, мне показалось... Пульсация... Мне показалось так, да. Типа, ну не знаю. Всегда так будет или нет. Дело-то не в том, нахуй. Дело в том, что вы и те должны ждать этого гейзера, нахуй. Вы должны быть к нему готовы. Должны быть готовы сделать 2 прыжка. Там дается 3 секунды, нахуй. Если вы будете падать так с пула на первых же гейзерах, мы никогда не убьем, блять. Вы себе это вдуплите в голову. Я вас за ручку каждого 25 человек, я не проведу с гейзера, не выведу, блять. Вы это себе вдуплите, блять. Либо мы убиваем, либо вы, ну. Это просто позор ебаный, это, ну я не знаю, нахуй. Это можно... Что? Вот там Мухандес спрашивает, за что ему ГП в этот рай дали. Вот, не выкидывай этот видосик на YouTube. Почему? Почему наоборот надо выкидывать? Я не знаю, смотрят там, не смотрят, я просто частенько смотрю. Так, Хандет, смотри, вот для тебя информация. Так. Линкую в рейд. Вот ты задал вопрос, вот тебе ответ. Так непонятно. Мы открываем полученный урод. Открываем хаддет. Открываем вот так. Видишь? Все понял. Что в конце? Ну, конфликт же ты словил, или что? Просто так тебе дал, что ли? Урон по союзникам. Вот. Так тебе непонятно, может, вот так будет понятно. Это вот было это не видишь? В конце. Это было минута 8, а вайпнулись мы в минуте 30. Ты предлагаешь мне видео смотреть? Не, я. Может, я затупил, блядь. Хуй с ним.